Шалом, шалом! С вами я, Леви Харпатин, и это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Универсальность Торы. К Моше приходило очень много людей за советом, и за просьбой, и за молитвой, и он был для многих советчиком и очень уважаемым человеком. Спустя определенное время он познакомился с Итро, и Итро дал ему совет – сделать судебную иерархию, потому что тогда все будет более справедливо, честно, и вся работа еврейского лидера будет не только на самом этом лидере. После чего Моше выбрал достойных людей и сделал самый настоящий суд. На самом деле все идет от Всевышнего, везде. Это не касается на данный момент даже нашу с вами недельную главу и небольшой рассказ из Хитоса «Мудрость Торы на каждый день». Итро брал все мысли от своей мудрости и от Всевышнего. Но, конечно же, первое от Всевышнего. Всевышний судит нас всегда, мы просто об этом не знаем. Мы иногда сами проявляем, там, и когда мы скрещиваем пальцы вот так между двумя руками, мы вызываем над собой суд. Всевышний смотрит на нас и судит нас. Поэтому давайте будем правильными евреями. Браха вацлаха.